Співак, хореограф, режисер-постановник, дизайнер сценічних костюмів, художник, автор проєкту Балет Попгорн. Він творчий і багатогранна особистість. Свою кар'єру він почав ще в досить юному віці, але відразу зміг зарекомендувати себе як нестандартний епатажний хореограф-постановник. творчий шлях починав з постановок різних шоу, а пізніше йому вдалося створити власний проєкт і гастролювати з ним по всій Україні. У 2014 році він вирішив спробувати себе в новому амплуа, тому став експертом на шоу Пермодель по-українськи. Для нього це був перший телевізійний досвід такого формату, але йому вдалося відмінно впоратися з поставленим завданням і здружитися з усією знімальною групою, в тому числі і учасницями проєкту. До речі, по закінченні шоу став хрещеним татом однієї з них. Він називає себе шоуменом, але дуже ображається, коли його кличуть королем епатажу. Любить домашніх тварин розслабитися у ванні та захоплюється мистецтвом татуювання. Сценарії для його перформансів народжуються і пишуться у ванні, коли він там релаксує. Художник, постановник, хореограф і шоумен Річард Горн. Добрий вечір. Добрий вечір. Я бачу, що у вас дуже гарний настрій, тому можу собі уявити, що ви відповідно сова і дуже гарно себе почуваєте саме у цей час. Так, да. Я сова, дійсно, я дитина ночі, і моя творча активність, звісно, просипається ночі. Але мені чомусь здається, що зараз ви маєте бути в якомусь клубі, відпочивати на якісь такі бурхливі епатажні вечірці. Це, кстати, дуже заблуждене таке розуміння мене. Було час, коли я дуже багато часу посвящав ночним клубам, вечеринкам. Це час далеко в минулому, і зараз Это время я трачу на творчество и создание каких-то картин, артов. И у меня есть новая мастерская, поэтому все стало с этим тише. Еще раньше все же такие танцы, чьи мальвания? Вы знаете, вот когда мне позвонили с центрального телевидения и пригласили меня сюда на Крещатик-26, у меня везде в интервью написано, что я свою творческо... творческую деятельность отчет с 1999 года. да, И когда мне позвонили с... Крещатика 26, да, я тут вдруг вспомнил, что когда я был ребенком, вот те, кому за 30, они сейчас поймут, о чем я говорю, потому что была такая передача «Катрусенький на зал». Да? Я, будучи ребенком, я смотрел, абсолютно верил в то, что эта катруся жива, и дети присылали туда рисунки. Там были какие-то конкурсы рисунков, и я нарисовал рисунок и отправил на Крещатик-26, и его таки показали по телевизору. Поэтому сегодня такой знаменательный день, что прошло уже сколько лет, да, и Крещатик-26, центральное телевидение, которое все, кинозал уже, наверное, никто не помнит, а я сижу здесь, и мы разговариваем о моем творчестве. И для меня очень знаменательный это сегодняшний день. Спасибо вам огромное, что пригласили. А вы верите в какие-то такие символичные вещи? Да, конечно. Что ничего не бывает в жизни просто так? Ничего не бывает. Вы знаете, я подивилась, что означает три девятки, которые в вашей Точку відліку, да, 1999. Mm -hmm. То три дев'ятки символізують, що це дуже успішні люди, вони можуть бути художниками або артистами, і це число е, притягує гроші. Mm -hmm. Говорять, що ще три дев'ятки, якщо боженька їх зверху на них смотрить, вони превращаються в три шестерки. Це якось відтворюється в вашій творчості. Не знаю, честно говоря, вот по поводу трех девяток у меня таких цифр, в принципе, нет. Я работаю с семерками, как видите, да? Вот у меня есть семерки, тройки, пятерки у меня выстреливают как знаковые такие числа. А с девятками я, в принципе, ничего так не ассоциирую в своей жизни. В одном из интервью вы сказали, что ваш сценичный месседж – это делиться эффектностью. Угу. Это как? Я даже помню, что это было за интервью. Это было интервью в журнале то ли XXL, то ли что-то такое. Ли? Да? Ну, на сегодняшний день мой месседж совершенно другой. Да? И это старое в интервью какое-то нашли на самом деле. И то, когда я отвечал в том интервью, это было одна задача, на сегодняшний день это другая задача. Сегодняшняя задача моя арт -оса. Я не зря пришел сегодня вот в таком свитшоте, да. Арт – это мой арт-посланник, некий символизм, да, который разносит мое творчество и искусство по территории Украины. В чем ее цель и месседж? Да? Я в какой-то момент заметил, что в Украине очень много вандализма на стенах, то есть это не те красивые граффити, не то уличное искусство, которое э, можно защищать законом, да, как это делается в Лондоне. Э, это самый настоящий вандализм, желание испортить здание, да, написать какое-то матерное слово, да, ругань, либо просто подчеркать. Да. Э, я катаюсь на велосипеде. Постоянно катаюсь на велосипедах, это вот начинается как-то сезон, весна лето осень там до глубокой зимы я везде езжу на велосипеде я обратил внимание что очень много зданий испорчено очень много испорчено каких-то парапетов гаражей и т.д. и т.п. и очень много брани нецензурной лексики которую доносят художники опять-таки это не художники я в этом всем придумал такой момент арт-проект арт которая опыляет города и несет искусство в массы. Это щадящий стрит-арт. Я не рисую никогда баллончиками на стенах. Я никогда не нарисую баллончиком на чистой, свободной стене. Да? То есть, если мой арт где-то появляется, то это обязательно калька, которая наклеивается, ее можно снять. И если я ее наклеиваю, то она обязательно закрывает какое-то ругательное слово, либо какой-то там фаллический символ, да? И я очень тщательно выбираю места для своих артов. И в какой-то момент опять-таки понял, что на сегодняшний день не нужно идти в музей, не нужно идти в какие-то арт-пространства, чтобы соприкоснуться с искусством. Можно идти просто по улице да, и столкнуться с ним. Поэтому моя цель, моя месседж сейчас — нести искусство в массы и донести, что искусство таки есть. Многие художники на сегодняшний день говорят, что вот Украина, в Украине никому это не надо, значит, этого не нужно делать, это все... Это все, это все не у нас, да, и все тому подобное. Я говорю, вы прекрасно, если этого в Украине нет, значит, эта ниша свободна. Значит, ее нужно заполнять. И я за то, чтобы все-таки вносить в массы творчество, вносить в творчество в простой люд, да, к обыкновенным людям, нести этот месседж. Поэтому моя арт оса, очень многие просто спрашивают у меня, почему оса? Это символика. Это символика, которая умеет долететь, опылить, и донести искусство в те точки, где они недоступны. Но сегодня является очень много на будивлях таких муралей. Муралы, да. Да, и они прекрашают. Вы знаете, это совершенно недавно случилось с нашим городом, и я этому безумно рад, что наш город стали украшать такие муралы. Буквально недавно, потому что я помню еще буквально там год назад, тоже я сидел на каком-то интервью, меня спрашивали по поводу стрит-арта, и я говорил о том, что его нет, и его действительно не было. Буквально там через месяц после того, как мы записали это интервью, я понимаю, что появляется очень много муралов. И я знаю, что многие художники приезжали из-за границы и украшали наш город вот таким искусством. Это очень хорошо, и это привлекает туристов, в первую очередь. Я сам как турист, да, я очень много летаю, подорожую по э, странам, по городам. И первое, что, на, что я обращаю внимание в других странах и городах, это, конечно же, уличное искусство. И вот если говорить о э, Израиле, я недавно был в Израиле, вся набережная украшена в такой потрясающий арт, я вышел посмотреть просто на воду, да, и обратил внимание, что раз стрит-арт, второй, третий. И я прошел от и до пешком несколько километров, я не мог остановиться. Я понял, что я уже где-то заблудился, я отошел очень далеко от той точки, куда я хотел в принципе идти. Почему? Потому что мне было интересно, я все перефотографировал. И это потрясающе, когда художники могут. Выражать себя творчески, нести это в массы, и опять-таки не портить какие-то здания, как это называется, не портить архитектуру, архитектуру да, собственность, чью-то частную, да. Им отдают, само государство дает некое поле для действия, да, и они могут выражать себя творчеством. Поэтому я считаю, что Ті мурали, которые нарисованы у нас в місті, вони, звісно же, привлекут туристів. А туристи ж <рес> самі прекрасно розуміють, то да? туризм в Україні і в наших городах це всегда добре. Я не можу зараз не звернути увагу на ваше захоплення татуюванням. Угу. Вас їх дуже багато. Знову ж таки, журналісти порахували якось і сказали, що їх 21 у Вас татуювання 21. уже их намного больше, и я не считаю свои татуировки по количеству, потому что я хочу одну большую сплошную. То есть на тот момент, когда порухували журналисты, это были такие точечные расставления каких-то рисунков, да, сейчас я их спаиваю в одну большую композицию, и, собственно... Кажуть, коли ти зробиш одну, потім вже важко зупинитися. Да, їх, роблять, їх роблять на честь когось, на честь якоїсь події, на честь жінки, яку кохали, на честь народження дітей. Якщо подивитися фотографії ваші, де ви з машою Фокіною, коли ви з нею зустрічалися, у вас ще на руках нічого немає. У мене немає татуїровки Маші Фокіна, якщо ви на це намікаєте. Я ніколи не роблю татуюровки тих людей, які там вот. как-то соприкасались с моей жизнью, да, на мне все татуировки, они касательно тех людей, которые как, каким-то образом повлияли на мое творчество. Пикассо, Дали, Бьорк, опять-таки Осы, Леонардо да Винчи. Это все те образы, которые прямолинейно каким-то образом соприкасались с моим творчеством и давали какой-то такой толчок, для моего развития. Поэтому я очень им благодарен. И, конечно же, в знак благодарности я их оставляю на своем теле. И я вам больше скажу. С тех пор, как я набил на свою правую руку, у меня вот на плече здесь Сальвадор Дали, да, потом его муза Гала, Пикасо, часы Сальвадора Дали текущие, моя правая рука, верите в это вы или нет, она стала писать просто по-другому. Я стал более продуктивным художником. У меня нашелся мой личный стиль письма и я стал писать намного чаще нежели я писал до Listen, people, I, I я очень верю в то что все таки э, татуировки это не просто какой-то красивый там знак и либо красивый рисунок это та символика которая должна помогать человеку и нести э, определенный месседж, энергетику и помогать в его творчестве в жизни и всем тому подобное поэтому при выборе татуировок я очень аккуратен. Я тысячу раз думаю, советуюсь сам с собой, с людьми знающими и вычитываю очень много информации по поводу того или иного персонажа, который появляется на моем теле. Ваше захопление Сальвадором Дали. Всем известно, что это был законодатель такого понятия, как эпатаж. И Пиара тоже, кстати, вот насчет Пиара он больше м -м, пиарщик, да, то есть все те законы пиар-структур, это, конечно же, изобретение Сальвадора Дали. И он в этом гений. Если говорить о Дали и Пикассо, да, или Пикассо, это, кстати, одно и то же, чтобы все знали, даже очень многие спрашивают, то Дали говорил о себе всегда как о гении. Но он не есть гений живописи, он в живописи он талант. А Пикассо, он гений в живописи и, и талант тоже. Поэтому я их очень так разделяю на талант и гениальность. Да? И в чем гениален действительно Дали, то это, конечно, вот в эпатаже, в пиаре и умении... Mm -hmm. донести до людей вот эту скандальную славу известность, которая на нем на него, конечно же, хорошо сыграла. Uh, Журналисты вас охрестили скандальной особой. Скандаль... Это это неправда на самом деле. Я я всегда стараюсь уйти от каких-то скандалов. Скандал, я считаю, что скандал это все-таки для тех, кому нечего показать и нечего рассказать. И тогда человек берет, просто вот там переворачивает стол, да, бьет кому-то лицо и об этом говорят. Мне есть что показать, мне есть о чем рассказать. Моя мама меня воспитывала на том, что, сын, показывай меньше, чем имеешь. И все то, что я показываю на сегодняшний день, это часть того творчества, на самом деле, которое у меня присутствует. То есть у меня намного больше багаж, нежели я показываю зрителю. Я очень фантазирую это все и всячески стараюсь уйти от эпатажности, mm -hmm. от каких-то скандальных там выходок, да. Конечно, иногда какие-то якісь да, які негативно сказываются на моєму творчестве, Я стараюсь від них собственно, отказаться. Це не та стезя, яку я вибрав для себе. Моя стезя — це все таки креатив. Це уміння творити і собственно создавать. Я создатель. І це моя пряма потребность. Ну, але будь-яка э, дія, це може бути теж піаром. як гарна, так і погана. Да, конечно. И працювати вам на, на руку. Ну. В раскрутьте вас как шоумена. Вы знаете, я настолько спокоен уже насчет вот, там, пиара и всего остального. То есть, когда ты начинаешь, когда ты начинаешь, да, для тебя все средства хороши. Ты пытаешься, чтобы на тебя обратили внимание, ты пытаешься донести и заявить о себе. На сегодняшний день я, я считаю, что я достаточно о себе заявил. И сегодняшняя моя цель все таки развивать то что я делаю свою работу и свое творчество и это главная моя цель творить и создавать потому что я в этом чувствую большую потребность если я что-то в, в течение дня не нарисовал не записал не смонтировал да не донес не научил людей в чем-то то я чувствую что этот день прошел зря поэтому тут поменялись совершенно цели. Мне на сегодняшний день 36 лет, и слава богу, я не ушел вот в эту стезю скандала, эпатажа, да, потому что если ты начинаешь скандалить и заниматься только эпатажем ради эпатажа, тебе приходится постоянно этот э, увеличивать, да, и постоянно это нужно э, что-то придумывать, да, и Тримати марку. Тримати марку, да, так. Есть... Але, але тим не менше, ваш, вас все одно називають королем епатажу. Я чесно вам скажу, я дуже не согласен з цим, тому що я никогда не хотів, щоб мене називали королем епатажу. Больше того, я скажу, що це ніша зайнята. И я никогда себе не говорил, что я король эпатажа. У меня не было такой цели. Это сделали журналисты, и мне очень не нравится, когда меня называют королем эпатажа. Это очень пафосно, это вообще не про меня в принципе. Так себе називає Дмитро Коляденко. Да, от у Диму... Але він ваш, якщо можна так сказати, хрещений батько. Да. Це він вас запросив до Києва і вже почалася ваша кар'єра. Розкручуватися. На самом деле, не Діма мене пригласив в Київ. Так вийшло, що ми з ним почали співпрацювати. Ми з Діма почали співпрацювати, я вам скажу з 2007 року, а в Київ я переїхав у 2004 року. Поэтому мы познакомились только в 2007 году. Да, тогда это была такая волна эпатажа. Дима тогда был на пике популярности. И мне очень нравился проект Дима Каляденко. И мне, конечно же, очень нравилось работать с ним. Дима очень очень талантливый человек, у него есть очень определенное свое личное чувство стиля. Я знаю, что очень многие Диму недолюбливают, но если переходить на личности, то да, Диму можно, конечно же, не любить, но его нельзя не уважать как творческую единицу, которую привнес в Украину очень много свежих идей, новый взгляд, и я его очень уважаю как творческую единицу, повторюсь, да. И да, действительно, Дима Каляденко очень многое сделал для меня, я сделал очень многое для него, мы, мы по сей день общаемся очень хорошо, и я делаю какие-то вещи для него, он какие-то делает вещи для меня, мы это не озвучиваем, понятное дело, то есть на уровне какого-то дружественного общения мы, конечно же, с Димой общаемся, потому что в первую очередь он для меня хороший друг, и я считаю его очень хорошим человеком. Ви робили постановки для дуже відомих артистів, mm -hmm. як наших українських, так і закордонних. І в один період сказали, що це пік вашої кар'єри, а сьогодні. Я сказал. Ні, ні, ні. это журналисты так сказали, что ось пик вашої карьеру, потому что вы працювали з и Білик, Тату, Ольга Полякова, вот и так далее, так Сегодня вы уже не работаете? Сейчас я вот на самом деле только что пришел с репетиционной базы, я ставлю новую программу для группы Никита, и я занимаюсь этим. На самом деле уже не хочу этим заниматься, но не могу этим не заниматься, потому что есть люди, которые мне все равно звонят, просят что-то, да, и я не могу им отказать по тем или иным причинам, потому что это в первую очередь какие-то свои близкие друзья, знакомые, и я всегда рад помочь в том, в чем я могу помочь людям. Да, я действительно устал от репетиционных залов, от занятий с балетом, эти постоянные кастинги. Когда ты очень долго этим всем занимаешься, да, то рано или поздно ли... Да, ты себя исчерпываешь, ты находишь что-то для себя новое. И на сегодняшний день у меня это телевидение, это монтаж видеороликов. Я занялся диджеингом, да. Я хожу на курсы, там, где меня учат писать музыку. Мне это сейчас намного более интересно, поэтому. Вы еще и спеваете? Да. Учусь. У вас есть видеоработы, клипы? Да. Да, учусь, я понимаю, что очень много мне еще придется в этом учиться, но опять-таки я всегда был настроен на то, чтобы развиваться творчески. И да, конечно, я не Монсеррат Кабалье и не обладаю такими вокальными данными, да, но через музыку, через какие-то треки, песни, тексты,

свою творческую деятельность. И тут я себя не хочу ограничивать. То есть, опять-таки, сказать, что я хореограф, либо я художник, либо там певец, это уже себя в какие-то рамки заключить. Я не хочу себя заключать mm -hmm. в какие-то рамки и делать какие-то себе ограничения. Я понимаю на сегодняшний день, что я изначально художник. Это то, что присутствовало во мне с детства, и я не могу от этого отказаться. Это то, что живет у меня внутри и когда ты художник, ты понимаешь, что ты можешь делать все. То есть для меня, чтобы вы понимали, художник это не тот, который умеет рисовать. Художник это тот, который умеет мыслить творчески. Художник это тот человек, который, у которого есть некая идея, некий месседж, да. І його можна донести через будь-який вид искусства, будь-то пение, хореографія, то закони композиції, динаміки і всього тому подобно, они в принципі везде одинаковые, просто виражаються по-разному. Поэтому здесь я не хочу, звісно, себе ограничивать і розвиватися творчески. Річард на початку нашого інтерв'ю ви попросили на чіпати дві теми: угу. це супермодель по-українськи і ваше особисте. Життя. Чому? Почему? Потому что м, насчет супермодель по-украински никаких запретов на самом деле в этой теме нет. Просто я понимаю, что на сегодняшний день м, очень много об этом сказано. И очень много информации можно найти в интернете по поводу супермоделей по-украински. И целая команда людей работает над тем, чтобы доносить какие-то новости по этому поводу. А вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, это и есть эксклюзив. Поэтому мне бы хотелось как раз эксклюзивности какой-то. Поэтому лучше, конечно, не цеплять эти темы, потому что мы сейчас будем говорить об одном и том же и цитировать все то, что есть на других каналах, в других интервью. Зачем? И мне бы хотелось все-таки поговорить о какой-то свежей больше идее, о которой ну, а я могу сказать. А особыстое у меня есть, конечно же, личная жизнь. Я считаю, что опять-таки личная жизнь на то и есть личная жизнь, чтобы, они, чтобы она была личная. И я очень счастлив в своей личной жизни. И моя мама мне всегда объясняла: сын, счастье должно быть тихим. Я не хочу строить на этом никакого пиара. То есть, если бы зритель узнал, с кем я живу уже на протяжении двух лет было бы очень много слухов, скандалов, споров. И поверьте, я бы сделал бы такой пиар на этом. Но одна одна я не хочу, чтобы моя личная жизнь делала мне какой-то пиар. Потому что, опять-таки, это так же, как насчет эпатажа. Да? Если ты начинаешь говорить о своей личной жизни и строить на этом свою карьеру, то ее нужно будет постоянно постоянно подогревать, подливать масло в огонь. Это нужно будет с кем-то расходиться, с кем-то новым сходиться. А извините меня, в 50 лет с кем-то сходиться и расходиться, это уже смешно. И это уже неинтересно, понимаете. Поэтому все-таки я бы хотел свою карьеру строить на том, что я делаю, а не на том, с кем я живу. Ну, але жалкая пресса плеткует, что вы живете с одной из участниц «Супермодель по-украински». Это неправда. Это я вам честно скажу. Моя девушка не модель. Добре. А, и говорят, что все-таки вы относитесь до мужчинам в нетрадиционной ориентации. Это говорят очень многие. А наявность у вас дівчини, коханої дівчини, на яку вы ставите акцент, это просто прикрытие? Ну, вот опять-таки, видите, очень многие говорят, потому что я молчу. И поэтому люди очень многие, конечно же, выдумывают какие-то вещи, да, и опровергать те или иные сплетни я не хочу, потому что я не ковыряюсь в этом. Я не слушаю этого, я никогда не вычитываю какую-то желтую прессу по тому или иному поводу. Тут уже говорить об этом, это уже признать, что это есть, да. Поэтому меня это никоим образом не касается, я еще раз говорю. Я настроен совершенно на другую На, на другой род деятельности. І я два роки живу з женщиной, з якою я очень люблю. І мені хотілося б, щоб моє щастя було тихим. А вона має відношення до шоу бізнесу? Так. Да. Добре. А, зараз ви активно займаєтесь тем, тим, що вас запрошують до участі в конкурсах, да? ви сидите в журі. Угу. Танцюють всі. Сьогодні ми вас можемо там побачити. Легко взагалі оценивать? Да. Людей. Мне, мне легко очень оценивать. Почему? Потому что есть такой момент, что я учитель. Я учитель, и у меня очень много учеников. Я учу, воспитываю, и, конечно же, могу оценить ту или иную, те или иные выступления. Я вам больше скажу, да, я прихожу на концерт, да, я не могу расслабиться. И посмотреть на концерт с точки зрения зрителя, для меня это роскошь. То есть обычный человек приходит на концерт, он смотрит концерт, и он смотрит на него как зритель. Я не могу переключиться на вот эту точку зрения зрителя, потому что я понимаю, как это все работает изнутри. И, конечно же, у меня включается внутренняя оценка, да. Выступления, декорации, костюмов, как построен свет, да, кто как танцует и все тому подобное. Кто как исполняет. И это есть часть моей работы, поэтому никакой сложности у меня в этом нет. Это... Это то, чем я занимался всегда, и, конечно же, когда я сижу в жюри, будто супермодель по-украински, либо будто танцуют все, я сижу на своем месте, я занимаюсь своим делом, и мне не приходится никого изображать. Вот опять-таки, почему я раньше никогда не появлялся на телевидении, да? Потому что те проекты, которые предлагали мне, они были мне чужды. Там мне нужно было сидеть в кадре и Изображать из себя другого человека. Когда меня позвали там, в супермодель по-украински, да, я, я сел и я понял, что я на своем месте. Я тот самый Ричард, который есть на работе. Я высказываю, оцениваю, и я общаюсь на своем родном языке. Мне не приходится ничего придумывать, ни в ухо, ничего не подсказывать там, скажи вот так, сядь так. Я включаюсь в работу, и для меня это легко и естественно. То же самое, конечно же, на э, танцуют все участники, которые передо мной выходят. Я вижу их, я понимаю, что происходит, да, я вижу там какие-то недочеты, я вижу какие-то э, хорошие моменты. Я их обсуждаю, высказываю, и здесь ничего нет личного, и мне опять-таки не приходится выдумывать и напрягать себя и быть кем-то другим. И в этом плане, конечно же, я очень рад, что Так вийшло, що я сижу на таких местах, де мені приходится, собственно бути самим собою і нести, вещать то, що я знаю. Что ж, Річард Горн, художник, хореограф, шоумен і людина, яка не любить, коли його називають королем епатажу. Дякую вам, гарного вечора! Приходять до нас у гості ще. Спасибо, всего доброго.